Эта встреча Петрозаводского женсовета ознаменовала начало новой страницы в жизни общественного движения. С этого дня актив возглавляет мама двоих детей, главврач первой детской поликлиники и действующий председатель Петросовета Надежда Дрейзис. Ее кандидатура была поддержана большинством голосов. Ну, сегодня случилось замечательное событие. Снова начал действовать Совет женщин Петрозаводска, которому в этом году с дня основания уже 25 лет. Да, при этом движение женщин в Карелии 104 года. Ну, конечно, я очень рада, что Совет снова начал действовать, что меня избрали руководителем. Это такая достойная, я считаю, важная миссия, потому что, ну, все мы понимаем роль семьи, насколько важна, особенно в сегодняшнем мире, в сегодняшней ситуации. Не только роль семьи, но и роль женщины в ней. Общественное движение из года в год отстаивает интересы женщин и детей, помогает в решении вопросов по национальным проектам образования, демография, здравоохранения, а также принимает участие в социальных проектах. Например, в конце апреля женсовет присоединился к акции «Материнское сердце», организованной в поддержку военных, которые сейчас защищают интересы нашей страны на Украине. Активисты собрали и отправили бойцам 420 посылок, в которых были предметы первой необходимости, сладости и письма с добрыми пожеланиями. Считаю, что наша с вами помощь, поддержка и одобрение очень важны для осуществления единой цели по наиболее эффективному и скорейшему завершению специальной операции. И вообще, в сотрудничестве и неравнодушие, как я уже говорила неоднократно, можно сделать очень немало добрых и значимых дел. На заседании женсовета сообщили, что с 5 мая стартовал второй этап акции. Он продлится до 10 июня. Также в ходе встречи избрали актив общественного движения. Глава города Владимир Любарский поздравил представительниц прекрасной половины Петрозаводска с началом работы совета в новом составе и заявил, что общественность всегда может рассчитывать на его поддержку. Илья Лопухин, Алексей Неживенок, Александр Колобов, служба новостей.